что должен уметь журналист? Думать, слышать, видеть, анализировать, читать, писать и говорить хорошо на родном языке. Как и любая другая профессия, журналистика начинается с азов, навыков, без которых невозможно расти и развиваться. Эти знания приходят с опытом, а значит, и делиться ими должен тот, кто не понаслышке знает свое ремесло. Как, например, Светлана Михайлова-Листром. По ее инициативе с прошлого года во Дворце детского творчества работает объединение «Журналистика», где будущие акулы пера, голоса радиостанций и лица каналов могут, что называется, на вкус попробовать эту профессию. Другого способа найти свое призвание еще не придумали. Мне кажется, что человек может научиться абсолютно всему, и нужно пробовать как можно больше, потому что ты никогда не знаешь, где себя найдешь. Это может произойти совершенно неожиданно. Сейчас в объединении занимается 10 ребят. Юные журналисты открывают для себя различные жанры. Учатся четко и внятно излагать свои мысли, грамотно выстраивать беседу и погружаться в заданную тему. Курс молодого бойца на информационном фронте получился максимально насыщенным. Наши занятия начались уже в разгар самой пандемии, поэтому все проходит в Zoom. Но Светлана Арнольдовна приглашает к нам разных гостей, использует какие-то материалы. Очень часто появляется в кадре не одна, с каким-то еще другими педагогами, устраивает практику, то есть мы сами либо делаем интервью, либо создаем ситуацию, решаем, находим выход. Несмотря на то, что занятия начались не так давно, ребята уже могут похвастаться первыми публикациями. Шаг за шагом они стремятся освоить все существующие информационные площадки, от газет до интернет-порталов и социальных сетей. Это помогает лучше понять специфику каждого издания, а также подобрать стиль и подачу для разных аудиторий. Мы писали статьи для нашей школьной газеты, и также мы ведем еще группу ВКонтакте, плюс еще пишем статьи для нашей пионерской организации. Последняя ступень на пути к мастерству самая трудная, потому что ей нельзя научить. Эту трансформацию каждый журналист должен пережить сам. Научиться видеть в своем деле не просто средство заработка, а возможность ловить эмоции и делиться ими с окружающими. Вообще, я считаю, что журналистика, как никакая другая профессия, основывается на любви. На любви к людям, к жизни, к событиям, на любви к языку, на котором ты говоришь. И вот это вот все в комплексе дает тогда интересные, яркие материалы. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.